второй пострадавший, 67-летний мужчина, его родной брат. Известно, когда начался пожар, мужчины находились вдвоем в доме. Входная дверь была закрыта изнутри. Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них – неосторожное обращение с огнем, предположительно при курении. Имеются данные о том, что его родной брат приехал к нему в конце прошлого года, в декабре 2014 года, из города Пензы. Проживали они вместе. В январе текущего года уже поступило сообщение от соседей в пожарную часть о том, что было возгорание, им выносилось предупреждение.